Здравствуйте. Мы находимся в местечке Мэдисонвилл. Сейчас мы проезжаем частый сектор. Ну, тут довольно близко дома друг к другу. Живут простые люди. У нас шикарная погода. Небо полностью голубое, но завтра обещают дождь. Это обычный рабочий день. Полностью есть ощущение весны, но поскольку здесь климат такой интересный, то сейчас на улице, обратите внимание, вот 26 градусов. Городок этот небольшой, просто по сторонам идут дома, а еще дальше, как везде, идут уже усадьбы с полями, лугами и с фермами. Сам городок этот насчитывает несколько тысяч всего людей. В основном это где-то люди больше среднего пожилого возраста. Ой! Камушек полетел откуда-то. Да. Видите, здесь центральная улица. Здесь находится Монро Каунти Кортхаус. Это суд. Красное кирпичное здание. Здесь на другой стороне обычно люди приезжают, делают документы на машины. Это старая центральная улица, считается, ну, историческая. Вон люди ездят в маечках, ходят по-летнему одетые. Редкие, кто проходит, в основном здесь все на машине едут. Мало очень, кто гуляет на улице так. Много церквей, одна из церквей вот там находится, видите, вот такая уже хорошая церковь. Часто здесь такие дома молельные, что даже не поймешь. Вот сейчас, вот как вот это баптистская. И никогда в жизни не скажешь, что это церковь. Ой, смотри, какие зайчики там в окне. Декорации идут, да, декорации, магазины начинают делать к Пасхе. Вот уже везде все готовится. У нас чисто лето, ребят. Мы зашли в мексиканский ресторан. Смотрите, что тут встречает нас. Игровой парень. Там идет зал. Здесь несколько залов, красиво украшены. Все сделано в национальном стиле. Вот мексиканская сабрера. Очень красиво украшен, весело флажками. Заняли место у окошка. Здесь все прикрыто. Не так сильно, конечно, везде кондиционеры. Нет такого пекла, все хорошо, но затенены. Очень удобно. Большие меню. Можно будет выбирать, что у них есть. Ну, здесь, естественно, что есть. Мексиканская кухня. Sol Azteca, Mexican Grill. Ресторан. Ну, вот их национальная пища. Конечно, можно сразу же заказывать и говорить, что очень острое или не очень острое. Надо выбирать.
всегда звучит в ресторанах в этих мексиканская музыка. Она очень, кстати, красивая, современная. И когда идет фольклор. Ну вот, ребята, принесли еду. Дочка заказала. Вот здесь в ананасе. Там и креветки. Ляля, что там еще есть? Сыр, мясо какое-то, да? Курица, биф, говядина. Говядина, да. Креветки. Шримпы и чоризо. Блин, что не сказала, правильно? Сказала. Ну, в следующий раз себе. Ну, а у меня здесь сделано куриное мясо под сырным соусом с креветками, рис. Карлос тоже самое взял. У сына, у Максима, смотрите, какое аппетитное блюдо. Там есть тоже креветки. Шримпы, мясо, креветки. Мясо, говядина, там все очень аппетитно. Страшно, страшно горячая тарелка, сплошное мясо, да. Очень горячие тарелки. И посмотрите, какой размер. Моя рука, гляньте, здесь просто целое блюдо. Ну и если ты не справишься с этим всем, этими всеми явствами, конечно, можешь попросить коробочку и забрать домой, нет проблем. Это везде практикуется. Ну вот, очень вкусная мексиканская еда. Насколько острая, Максим? Очень острая? Нет, это не очень острая. Черный перец чуть-чуть делаешь. Угу, есть по-разному. Ну, конечно, Патрисия взяла себе экзотику. Ладно, мы будем обедать. На, во, видишь? Покажи, на чем ты катался, когда был маленький. Старые роллерские эти, да, знаю. О, на таких. Серфборды начинали для всего это скейтборды. Они брали короткие серфборды, колесики от этого брали. Ключом. Делала размер по. По ноге, чтобы было. Скейтборды так сделано было вначале. Ну вот, принесли десерт. Здесь мороженое со сливками, с шоколадом. А здесь вот блинчик, внутри которого идет шоколад, ананасы. Очень большая, опять же, порция. Так что полный обед. Тут мы делаем фотографии, нам дали сомбреро. Папа, уйди, теперь дай девчонку одну красотку. Не, сейчас, давай так. Лиса. Ты какая миньяла? Вы сняли телефон? Не, не, мне так. Она хочет, да, так сделать. Тяжелая. Да, тяжелые они. Ну, тяжелые, делай, да? Тогда сними меня. Иди сюда.
сейчас. Даже с телефоном тут могу снимать. Тебе тут еще видео идет. Да, серьезно. На, держи. А, ты хотела тут? Можно показать? Да, сделано очень красиво. Посмотрите, какая работа. Какая красивая вышивка. Вон, золотом все вышито. На счастье подковы, но поскольку мексиканцы это еще нет, и лошади. Нет, выбирай, какой лучше нравится. Здесь настоящая шляпа. Это не муляж никакой, это оригинальная. Да, ну вот. Спасибо этому дому. Очень вкусно покушали. Было интересно. Да, все. Вот такой ресторан довольно хороших размеров. Находится на трассе. Выезжая из Мэдисонвилла. Вот у них там это их вывеска. Solasteca Mexican Grill. Вот. Здесь, конечно, есть и барчик. Ну, вот такое довольно большое здание. Ладно, едем дальше. А здесь уже такая скоростная, которая соединяет города друг с другом. Ну вот, направляемся мы теперь уже в сторону дома. Здесь по трассе очень много, видите, продают и садовые домики, и разные рестораны. Прицепы. Здесь в основном очень много ресторанов, маленьких гостиниц. Есть какие-то и частные дома, которые вот так остались около дороги. Ну и, конечно, небольшие маркеты. Вот здесь можно и помыть машины. И еще один из ресторанчиков вам могут вынести прямо на улицу. Вы можете не выходить из машины, заплатить. Здесь продаются мобильные дома разные. Может быть, и была авария. Да, полиция там стоит, что-то такое, что-то случилось. Кто-то не справился, кто-то кого-то не увидел, мастера не увидел, и случилось такое. Ну вот, едем сейчас. Он очень много появилось в городе и на улицах мотоциклистов, потому что очень шикарная погода сейчас, летняя. Многие пересаживаются с машины, кто есть мотоциклы, ездят на работу. Карлос раньше у нас, когда был мотоцикл, то он тоже в летний период, если не было дождя и хорошая, отличная погода, то частенько он ездил на мотоцикле. Это плюс еще экономия бензина. Ну вот. Мы сейчас будем уже где-то сворачивать и уже въезжать в наши поля луга, там, где уже начинаются разные фермы, коровки и красивые пейзажи. Спереди здесь где-то едет Карлос с Максимом, мы с Патрисией сзади. Здесь один из магазинов, который называется Save a Lot, то есть сохраним побольше денег. В ней обычно покупают продукты, там есть и стиральные тоже принадлежности какие-то. Люди, у которых бюджет не сильно позволяет, допустим, покупать в каких-то других магазинах. Поэтому называется Save a Lot, сохрани много. Ну, почему есть такие вещи, что продают в Walmart или в других побольше магазинах, где считается как по марке, бренд такой, да? А это считается подешевле марка как-то. Ну вот, начинаются поля луга, мы уже въехали в такое... Мы въехали уже на такую дорогу, где сейчас вот будем колесить между полями лугами и приближаться ближе к нашему дому. Вот здесь можно будет теперь полюбоваться на стада коров, лошадей, если попадаются. Немножечко я здесь уже поснимаю тоже. Ну, тут проходит перед нами железнодорожная ветка. Она обнимает как бы с одной, с другой стороны нашу территорию, где мы живем. Вот здесь проходит состав. Тут два линии. Да, один туда, другой обратно, да. Здесь еще места такие похожие, как на Subdivision что-то, или часто частно отдельно. Полицейская машина. Это все еще Мэдисонвилл считается. Кто-то заборчик такой сделал. Дома по архитектуре очень разные, видите. Вот человек едет, вот занимается, видимо, бизнесом, он стрижет траву. У него там две машинки, значит, рядом за рулем сидит еще его партнер.
И обычно на таких машинках очень-очень быстро косят газоны. Проезжают по улочкам, спрашивают, кому нужна такая услуга, или же по телефону их вызывают. Обычно приезжают, если косят какой-то целый большой такой subdivision, и тут, и там, и еще у одного соседа, еще у одного, тогда цена может быть гораздо дешевле. Я знаю, в некоторых местах в Ноксвилле, где у наших польских друзей приезжала бригада вот такая и косила у нескольких хозяев, то просто брали за эту полянку $40. Очень быстро летали на этих машинках и справлялись. Ну вот, здесь начинается, видите, уже пастбище. Пасутся коровки. Обожаю разные амбары, даже старые. Что-то меня притягивает к ним очень здорово. Там, вон, видите, вдали видны горы. Отсюда можно туда проехать гораздо ближе, чем тот туристический маршрут, который нужно проехать через Ноксвилль весь город, потом через Севервилл, и тогда попадаешь в Гатлинбург и Хэппи... Здесь можно попасть... Да, Хэппи Валли. Здесь можно попасть гораздо ближе, но тут уже идут совсем другие маршруты. Ну вот здесь, видите, одноэтажные дома. Сзади, видимо, идет какая-то часть земли, которым человек владеет. Очень часто одно место переходит в другое. То есть, как видите, довольно мало заборов. Очень мало где люди ставят заборы, ну, уже, которые хотят, там, допустим, отделиться от кого-то, тогда да, или там выпускают каких-то там своих животных, или, ну, дети хотят, чтобы дети, детки были под присмотром получше маленькие. А так, по сути дела, даже границ этих не видно, где заканчивается один дом и начинается другой. Вот вы можете посмотреть, какие дома здесь понастроены. Мы сегодня ездили по делу, конечно, но получилось так, что, как всегда, я снимаю еще очередной интересный, может быть, кому-то покажется репортаж. Просто по нашим окрестностям. Вот в одну и в другую сторону. Сейчас уже мы просто едем по американской деревне. Удивительным образом, видите, даже кладбище здесь. Но обычно кладбище идет около церквей. И вот это вот небольшая церквушка, около нее и кладбище. Вот еще с этой стороны. Ну а напротив есть дома, живут люди. О, трейлер назад. Значит, да! Вот он там стоит. Значит, ездили гулять с лошадкой. Черно-белая такая красивая. Где-то катались. А те, кто держит лошадей, у них обязательно есть перевозное такое дополнительное устройство, чтобы можно было перевозить и возить доктору. Но обычно врач приходит домой, и это тоже накладывает какие-то свои деньги сверху там или как-то, я не знаю. Это мы еще конкретно об этом не узнавали, что к Дэниелу, например, врач приезжает на дом смотреть его коров или что-то такое. Вот. Там цветущие белые, я вижу, уже красиво очень деревья. Догвуд их называют. Погода хорошая. Погода отличная. Стало пасмурно, ребята. А на улице сейчас 24, да, вот 24 градуса. О, тоже тут лошадки на левой стороне. Кручусь, верчусь во все стороны. Несемся быстро. Вдали горы, горы. Вот, вот там пасутся лошади. Вот красивые это эти две. Вот это там сзади, она очень красивая.
тут очень большой дом. На 3 машины и гараж. Тут тоже. Здесь водоем очень большой. Тут даже 2 ослика пасутся. Там прошли. Так быстро я прохватываю. Извини. Едем. Я не думала, что ну, это быстро по сути дела, еще, знаете, если хозяева смотрят в окно, и кто-то едет на машине, начинает снимать его property, его ну, частную собственность, то люди как-то не особо любят. Они могут записать номер машины и пожаловаться, позвонить в полицию, что непонятно, кто ходит, снимает там их животных. Ну, тоже не смотри, может, мы живем в кантри. Ну, и мы живем в деревне, да. Здесь друг друга все знают и к чужакам относятся, приподняв одну бровь, конечно, спокойно, но... Я говорю, что на станции... Мало ли что. Тут очень много пистолетов таскают. Или для... Для защиты своей. Или что такого. Для защиты своего, да, частной собственности. Плюс еще к тому, что тут очень многие имеют лицензии охотников, а здесь приходят и олени, и лисы, и койоты попадаются. Конечно, все выглядит уже, по сути дела, если побольше цвели деревья, уже началась бы листва, то можно сказать, что, по сути дела, это уже чисто летний пейзаж. Ой. Парень резко свернул, торопится, наверное. Подрезал нам дорогу. Карлос с Максимом уже с сыном улетели далеко, их не видно. Конечно, сейчас очень неравнодушны везде, где мы видим лошадок. 4, 5 штук. Ну вот у хозяина 5 лошадей. Мы но не пропускаем. Везде, тоже. Где мы едем, Патрисия сейчас только видит лошадей. Ну а я выхватываю, конечно, лошадей, но еще и коров. Я везде смотрю. Но тут у нас везде оригинальные. То есть большой размер. Обычная стандартная корова такой размер. Маленьких я еще здесь в Теннесси нигде не встречала. Мини, которую я хочу купить. Вот здесь опять проезжаем этот красивый водопад у людей. Смотрите, пронеслись очень быстро. Поднимаемся немножко на горку. Там тоже коровы слева много разбросаны. Мы идем вдоль гор, справа горы. Там у людей сделан пруд внизу, или он натуральный, я не знаю. Многие специально, у кого есть животные, выкапывают эти пруды для того, чтобы животные могли попить. Воду из-за жары, потому что остаются ночевать и на ночь. Ну вот мы свернули еще в одну боковую улицу. Жду вот проехать мимо этих лошадок как раз, если они, конечно, будут поближе. У людей, видите, понтуны есть, много катеров, поскольку здесь кругом озера и речки, очень многих есть эти водные, все водная техника. Очень многие рыбачат, рыбы здесь очень много. В Теннесси, я уже говорила, но могу повторить, что в Теннесси около 140 или 170 разновидностей разных рыбы. Есть и речная форель. Конечно, здесь может быть уже было бы все это белое, деревья стояли бы. Кто-то гараж себе строит. Далеко их не видно, они подальше. Нет, вот здесь один участок, нам нравятся лошадки. Вон там пасется одна. И вот там
ее называют обычно? 1, 2, 3, 4, как этих пятнистых 5, называют? 6. Paint. Как покрашенные. Paint это... Paint horse. Paint horse. Как покрашенная лошадь в переводе. Американская paint horse. Ну, мы уже приближаемся, уже скоро будем около дома. И дог там бегают на улице. Здесь люди держат двух догов, очень больших, шикарно это больших. Это эти лошадки. О, вот они тут сидят. О, видишь, они там сидят. Угу. Большие собаки, очень большие собаки. Здесь очень большая площадь у людей, поля вот эти, луга у этого хозяина, и у них много лошадей. Ну, вот наша местная церковь. Ну и мы почти дома. Ладно, ребят, сегодня была такая у нас экспромт поездка. Я взяла, как всегда, с собой снимать, сделать еще один интересный, может быть, для кого-то покажется репортаж. Какое-то видео. Так что, наверное, буду уже с вами прощаться. Мы практически почти доехали до дома. Всем спасибо за просмотр. Сегодня... Вы прогулялись вместе с моей семьей, с моим мужем, сыном и дочерью. Пишите свои комментарии, ну, задавайте вопросы. Ну, кому понравилось, пальчик наверх. С вами была Сильвия и ее семья. Пока-пока.